В следующем году в Якутии уделят особое внимание специальной оценке условий труда. В Якутске прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По данным системы, на 1 октября текущего года специальная оценка условий труда прошла почти на 17 тысячах рабочих мест в 350 организациях. В связи со складывающейся в стране и республике ситуацией, связанной с уменьшением численности трудоспособного населения, особенно актуальны вопросы охраны труда, снижения уровня травматизма на производстве, сохранение здоровья населения. В ходе обсуждения отметили, что будет уделено особое внимание проведению специальной оценки условий труда в целях выполнения целевых индикаторов по проектной программе. Учитывая очень многочисленные обращения в средствах массовой информации по трудовому законодательству, в частности и оплаты труда работников образования, мы более-менее конкретно рассмотрим вопрос по социально-трудовым отношениям в сфере образования.